Итак, уважаемые господа, на свете жирный голубь. Смотрите, какой дом классный. Вот, давно хотел спросить. Вот, залезть, то есть, да? И посмотреть, что здесь, где есть. Но меня отпугивали, да? Мне сказали, не влезай. Убьет. Вот, смотрите. Забит он вот такими дощечками. Вот окошечки. Вот. И только вот одно окно. Оно открыто. Вот, все закрыто. Забито. Вот. Давно хотел посмотреть. Но не посмотрел. Мне сказали, не подходи. Вот. Ну, сейчас гляну. Вот, я рискую ради вас, господа подписчики. Вот. Вот. А есть тут кто? Неизвестно. Давайте. Блин. Все, конечно, разваленное такое. Вот. Ну, что вы хотели? Вот. Залезаю сюда. И вот смотрите, видите, все окна забиты. Как бы законсервировано. Тряпье лежит. Тут свалка чьих-то дров. Вот, разбитый монитор от компьютера. Так, идем. Идем. Полно бутылочек. Баночек. Вот. Темненькое такое помещение. Палеты лежат. Здесь лежат палеты. К сожалению, не могу включить свет, но я потом яркость добавлю. Тряпки ссаные. Ссаные тряпки. Вот. Смотрите, видите, какой деревенский дом. Вот здесь была печка, и наверху вот такой вот. Видите? Дыра такая. Классная такая. На чердачок. Вот. Идем сюда. Вот. Тут вход, оригинальный вход. Вот, смотрите. Написано на стене «Любовь, обман, курите план, не одобряем». Вот тут все закрыто, когда-то было открыто на замок еще в прошлом году. Вот меня отсюда прогнали. Но тут, смотрите, да? Вот такая вот. Вот такая вот трешатинка такая деревенская. Какой-то вот лежит шкафчик, я сначала не обратил внимания. Вот, смотрите. Вот, классно. Классный шкафчик 40-х годов. Вот еще закрыто. Тут. Вот тут вот остатки печки. Вот такая вот угловая печечка была. Вот, практически буржуйка. Смотрите, да, то есть состояние исправное. Вот. Вот, и вот тут вот бомжатская лежанка, в общем-то. Бомжатская лежанка. Но уже прошлых лет. Вот. Вот так вот. Этот бомж, кстати, тут пил квас Яхонт и напиток Хуп. Вот. Мой одноклассник любил напиток Хуп. Вот. А я его не любил. Только носил его в задницу. Шуточка. Извините, шуточка такая вырвалась. Но это близко к правде. Вот. И вот он такой выход. Вот видите, такая вот большая дверь. Тут можно было еще хранить автомобиль. Вот это гараж. А вот это все остальное, это просто комнатки такие. Вот, то есть это такое было. Даже я не знаю, что. Вот тут вот смотрите, видите, провода так висят. Лампочка. И остатки, смотрите, сигнализация такая по краю идет. Вот, может, она пожарная даже, кстати. Потому что телефонной связи здесь-то точно не было. Это какая-то пожарная сигнализация шла еще. Вот. Вот такой вот он дом. Вот. Вот это скорее выключатель для вот этих вот открытий вот этих дурацких ворот. Вот, смотрите. Ну все, выходим. Красиво, побывали. Вот, любите заброшки? Любите, пишите. Блин, я чуть за эту заброшку не получил в прошлый раз. Вот. Вот вообще.
чуть не греб от какого-то мудака, который имел ключи вот от той двери. Вот. О, не рекомендую так лазить. Деревни вам этого не простят. А вот смотрите, какой классный магазин. Последние дни доживает. Ну, может быть, еще несколько лет. Вот, вот так вот. Вот так вот. Тушите на том, господа, свет.